В этом году исполняется 90 лет со дня образования Исатайского района. В связи с этим были организованы торжественные мероприятия. Перед собравшимися в районном доме культуры с поздравительной речью выступил заместитель акима области Алибек Наутиев. В этот день был оказан почет и уважение тем, кто осваивал нефть Каспийской низменности. Разводил скот на нарынских пастбищах. Представители старшего поколения, внесшие вклад в развитие страны, были награждены благодарственными письмами акима области. Уважаемые жители района, поздравляю всех с праздником. Хотелось бы пожелать, чтобы экономика нашей страны развивалась и дальше. Всем вам желаю успехов в труде, здоровья и долголетия. На торжественном мероприятии была представлена концертная программа артистов художественной самодеятельности. Звучали песни и стихи, были показаны красивые танцы. Затем аким района Марат Мурзиев и секретарь районного маслихата Нурлан Мухамбеталиев поздравили гостей с праздником. Пятеро активных граждан, внесших вклад в развитие района, были удостоены звания почетного гражданина Исатайского района.